Так, дядя Виталик у нас сегодня обрыбился. Вот такая копеечка с дырочкой. А у меня вот, скорее всего, кониночка. Вечерняя копалка на Руси. Так, наконец-то я обрыбился. Полушка, 1857 год. Вот такая вот малышечка. Идеальная. Ах, какой сегодня вечерочек на Руси, а? Как вы считаете? Хороший? Конечно. Ну что, не иконочка? Ну вот непонятно. Чистить надо. Там видно будет. Ну, что-то интересное. Угу. Так красиво звучало, а? И такая паскудинка, а? Ну что ты будешь делать? Плюс 24 в тени уже невозможно. Морда мокрая. По-моему, серебряный перстень. Ну, вес и патина. Я их, так сказать, серебряных находил. Вот. Очень гладенькая и тяжелая. Черный налет. Это зачет. Почти стихи. Черный налет. Это зачет. Вещь. Так. У меня вот такой вот блинчик. Похоже, либо 3 копейки, либо 2 копейки. И, скорее всего, наверное, серебром. Вот такая вот шайбочка. Хорошенькая. Жужи какие здесь жирные летают. Ух! Копейка. Золото партии. 1949 год. Хорошенькая. Но очень сложно чистится. Вот именно копейка. Где там? Деюс пищит. По-моему, это медная ручка. Эх. Да. Жарковато, жарковато. Вечереет. Но все равно жарковато. Сегодня самый холодный день, плюс, точнее, вечер, плюс 25.